Так повелось, и это закономерно, что концерты, посвященные празднованию очередных годовщин бульвара, открывает артист, который является символом и гордостью Украины. Артист, благодаря которому Украину когда-то узнали в мире и продолжают любить до сих пор. Я всегда с нескрываемой радостью перечисляю его многочисленные звания, потому что он их по-настоящему заслужил. Народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии, герой социалистического труда Дмитрий Гнатюк. Незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Два коля, риба і два коля.
кольори. Червоний